Столько корма нам понадобится. Все это просто. Плита вот такая, ой, плита. Сковородка глубокая специально, чтобы можно было надеть. Ни масла, ничего не добавляем. Соль будем в конце солить. Думаю, соль-то найдется точно. Все, ставим на разогрев, на шестерку на максимально. Закидываем попкорн, закрываем крышкой. Да, немножко пригорит, ну это совсем немножко. Вот, началось первое срабатывание, то есть корм начинает нагрелась плита, и он начинает потихоньку готовиться. Ну, эффект, конечно, завораживающий от него. Но лучше не открывать крышку, когда он сейчас начнет сильно хлопать. Желательно, чтобы сковородка или чем будете делать, была потолще. Как для плова или чего-нибудь такого. Ну все, потом сам процесс, когда он уже доготовится, хлопание, хлопки будут взрывы минимальные уже, то снимаем плиты, сыпем солью и все перемешиваем прямо в кастрюле. Даем остыть, пока он горячий, соль моментально питается. Все просто, на ужин. Что вечером хочется? Вода, спорт и попкорн. Завораживающий процесс. Кажется, на него можно смотреть как на костер, точнее как на огонь вечно. Как бежит вода, как горит огонь, как хлопится попкорн. Это, наверное, самое лучшее, что может быть. Ну вот, отлично, попкорн готов. Солим и перемешиваем, закрыв крышку, чтобы там сам поболтался немножко соль. Мне кажется, здесь даже на 2 дня хватит, не то что на 1. Ставь лайк, подписывайся.